Вот внимательно слушайте вот эти песни, и вы увидите, услышите отражение нашей истории. Здесь обязательно песня – это чья-то или автобиография, или кусочек автобиографии, или кусочек жизни страны, но здесь обязательно всегда присутствует. Никогда не было песни, сочинялась, потому что сел казак или там казачка, выпили, так сказать, и какую-то песню сочинили. Нет, это было все выстрадано, это было выненчено, это годами оно шлифовалось, и только гениальный народ мог сочинить такие песни. И сейчас мы вам покажем духовный стих, который называется «Выстоим».